Погода сегодня хорошая, жарковато даже будет. Там высота примерно 8 этажей. Там купола виднеются, это там находится станция метро Владимирская, рядом станция Достоевская. Там он право прямо по курсу. Купол Исаакиевского собора. Не знаю, в увеличении, наверное, плохо видно будет. Там виднеется Спас на Крови, вот этот, который прямо. Вон он, Спас на Крови. Дальше там Крестовский остров, стадион Санкт-Петербург. И небоскреб этот Кукуруза, Лахта-центр. Там даже виднеется шпиль, но просто шпиль Адмиралтейства, где на телефоне вряд ли сможет камера увеличить сильно далеко. Прогулки по крышам. Ну, отсюда Невский проспект не видно, но вон он вот так идет. Вот туда будет, в ту сторону Адмиралтейство.